Что для вас значит путешествие? Предвкушение приключений, которые манят и зовут, словно сирены. И главное, это новые открытия. Мы отправляемся вровень. История города насчитывает несколько веков и прячет настоящее сокровище. Домики в венецианском стиле, уютные улочки, колорит местных жителей и сказочную атмосферу. Отец фантастики, писатель Жюль Верн, в поисках уникальных мест для романов выбрал именно Ровень и поселил своих персонажей в нем. Почувствовать себя главной героиней, сидя в одном из сотен уютных кафе, побыть наедине с собой, вдохновиться панорамными видами и непременно подняться к кафедральному собору с древней колокольней. Ее высота 62 метра. Береговая линия украшена ожерельем из бусинок островов, гулять по которым сплошное удовольствие. Новый остров, новый наряд. Особый случай – это вечер, когда на романтический ужин тебя приглашает закат. Вкус солнца на губах, море в волосах и нежные цветы распускаются на одежде. Это не сон. Посмотри на мир, он ждет встречи. Один такой день, и настоящая магия окутает впечатлениями, словно шоу.